Ребята, всем привет! Снова на моем канале Алиса Экспресс. Со мной мой еще бочка Рута. Мы с ней только что погуляли. Ну, в масках, конечно же, в перчатках. А сегодня у меня такой мини-влог. Я сегодня еду на дачу. Я сейчас в Москве в своей комнате, кто заметил. Там моя собака прыгает. Вот она, Рута. Ты где тут? Ну, вон она. Где-то там, вон она. Так, сегодня у меня будет такой мини-влог, как я еду на дачу, поэтому погнали. Мы уже едем в машине, со мной мой пёсик. Там впереди едет бабушка и папа. Так что едем на дачу. Едем. Каршерингов очень много стоит. Стоит очень много каршерингов, потому что сейчас коронавирус, и им никто не пользуется. Магазинчики все закрытые стоят, дома стоят одинаковые. Еще моя собака падает. В соседнем окне сидит. Дачи в магазине, вот собачка. У нас идет очень сильный дождь. А вон папа. Хлебушек. Купили. Они пошли в магазин. У моих родителей скоро день рождения. Я готовила им буквально грандиозный праздник. Сейчас вот нажмем какую-нибудь кнопку. Родители, бабушка моя и папа ушли в магазин сейчас. Я в машине сижу. Вот, коронавирус сорвал мне абсолютно просто все планы, которые можно было. Мы еще, кстати, едем, мы уже едем почти 3 часа. Так что я потом вам скажу, получится ли мой грандиозный праздник. Конечно же, он его поснимаю, если он получится. Моих родителей день рождения 5 июля в один день. То есть и у папы, и у мамы в один день рождения. В один день рождения. Они родились, правда, в разные года. Вот, так что я не знаю, получится. Будем смотреть по... Ой, Руточка, прости, я тебя ударила. Смотря сейчас вот на ситуацию, которая происходит в мире по коронавирусу, у меня, походу, мой праздник не получится. Ну, будет очень обидно, потому что я уже готовилась, заранее откладывала деньги на этот праздник. Господи, что-то мне неудобно поддержать. Ладно, когда доеду, я вам, конечно, все поснимаю. А ты? Да, именно ты, пока ставь лайк, подписывайся на мой канал Алиса X News. И когда ты нажмешь на вон ту внизу красную кнопочку, рядышком с ней появится колокольчик. И на него тоже нажми, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а мы продолжаем. Ребята, я вас смогла нормально поставить. Там в магазин пошла скорая помощь. Там человек, у него вроде было написано скорая помощь, пошел в магазин. Видимо, кому-то в магазине стало вон плохо. Ну, не знаю, что произошло, если честно. Мы с Руточкой сидим, скучаем, потому что нам скучно. Расскажи, Рут. Нас кинули, пошли в магазин. Сказали, что купят только фруктов. В итоге, походу, там весь магазин скупают.
Ты, да, кстати, ты, да, именно ты. Если ты догадаешься, где, в какой школе я учусь, Да ё-моё-то, блин, как это сказать? Если ты знаешь, как ты учишься. Нет, фоку я. А, всё. Так, сори, ребята. Если ты знаешь, в какой школе я учусь, если ты точно это знаешь, ставь лайкосик. Да. Я пока жду родителей, а ты смотри и наслаждайся моим видео. Короче, пока жила родителей, уже наступила, вернее, родителей, я имею в виду бабушку и папу, уже наступила ночь. Я пошутила, еще не наступила ночь, еще вот день, отвратная погода вообще, идет дождь, у меня сел телефон, я не могу позвонить маме, кстати, да, я вас вижу. Вернее, я вижу себя, вас я не вижу, потому что вы по ту сторону экрана. Вам что-то хочет вот сказать. Ребята, сидите дома, а я хочу спать, да, скажи. Она не хочет вам ничего говорить, потому что вы меня не советуете друзьям. Угу. Так что советуйте меня друзьям, тогда Рута не будет хотеть спать. Ладно, все, продолжаем. Знаешь, сколько они уже в этом магазине? О, вот они, блин, вышли, наконец-то, спустя 100 лет. Ура! Едем дальше. Если у меня не сядет планшет, я вам запишу. Так, я доехала. На этом мой влог заканчивается. Вы были на моем канале Алиса Экспресс. Всем пока.